И всем привет, ребят, с вами-то я, Кстракстрим. И сегодня мы будем проверять, насколько же сможет преодолеть воду вот такой вот монстр-трак. Ну что ж, погнали! Так, я в него сел. Ну что ж, сейчас поедем тогда. Ну, в принципе, давайте посмотрим, стоп. Мне надо с него выйти, вот, перо. Ну, формы он пикапа, да, вон пикапа. Я, конечно, достать увидеть не могу. Ну да, это пикап. Ладно, погнали, посмотрим, что же он сделает. Ух ты, давай. Газуй. Я по воде просто еду, но, в принципе, он начинает тонуть. Ё-моё, ух ты, ё-моё. Аккуратно, а то меня сейчас затонет. Масса-то большая. Ё-моё, там прям... Давай, ехай. Блин, мы сейчас в лиану влетим. Ух ты, ё-моё. Так, ладно, выезжаем отсюда. Блин, где бы мне вот встать нормально? Во. Блин. Вот. Ё-моё. У него два колеса вообще как будто в воздухе. Вот, смотрите. Ладно. Да уж. Ну, в принципе, это монстр-трак. Масса большая. В принципе. Проехать он должен. Да, он проехал. Но долго. В принципе, если будете спешить. Можно, в принципе, взять. Но это монстр-трак для монстр-джем. Он не предназначен для грязи. Конечно, не предназначен, но не совсем. Он предназначен для акробатики, для трюков и для каких-то высоких дропов. Ну что ж. Ну что ж, думаю, вам понравился данный видеоролик. Но если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Кстракстрим. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорой встречи и всем пока! О, попугай летает.